Партнер рубрики «Магазин «Мир кожи»» с осенней распродажей курток и дубленок. Кожа у нас в Закамске очень сильно топит батареи, и за это, соответственно, большие деньги берут. Жалобу писали, ходили, собирали подписи по подъезду, по дому. Сейчас топят, по крайней мере, ну, может быть, чуть послабже, но все равно жарко. У нас председатель живет с нами, из-за этого у нас там все хорошо. Как? Мы сразу напрямую к ней. Все проблемы она решает мгновенно. Обращался с температурой, то есть, ну, батарея холодная. Холодные батареи. Пришли вот так градусненько, померили температуру, сказали, у вас все нормально. Хотя у меня все, газ включено было, батареи, пушки стояли, все нормально. Я говорю, как нормально? Так ничего не решили, вот будем опять с этим бороться. Вообще не обращалась, да. У меня частный дом. В частном доме практически всегда фиксированные платежи. И мы не зависим от того, насколько вовремя будут проводиться коммунальными службами какие-либо ремонты. Все зависит от нас самих, потому что мы собственники. Приходят платежки, вот в этот месяц пришла, написано 40, допустим, 46 квадратов общая площадь квартиры. Приходит следующая платежка, там написано 39 квадратов, ну или, допустим, там 41. То есть они как-то ЖКХ, видимо, по-разному вот эти метражи меряют. В том месте я как раз звонила, мне сделали перерасчет, и там, слушайте, такая весомая сумма была. В последний раз мы обращались по установке унитаза и замену счетчиков. Сделали отлично. Просто 1 января пришла квитанция 5000 рублей за одно отопление. Ну, я пришла к ним разбираться, спросила, почему у меня, ну, такая цифра. Говорю, что-то не так или что? Они говорят, нет, все так, типа, вот, типа, платить. Пришлось эту сумму так и заплатить, ничего не решили. Хороший дом, кирпичный, новый, поэтому не было проблем пока. Мне протекает крыша, да? То есть вот последний раз, когда были дожди, я тут завтракала, и, знаете, просто вот, поскольку шел дождь, прям мне в тарелку. Я еще только позвонила, и они мне сказали, что да, это возможно, но это займет время, и когда это мы сделаем, еще это мы посмотрим, поскольку и материалов нет, и нет людей. Я все-таки надеюсь на лучшее. Все-таки у нас в России, ну, замечательные люди.